Обсуждали. Прошло рабочее совещание по поводу ремонта и реконструкции в целом данного спортивного объекта, стадиона «Сокол». Уже принято решение о внебюджетных и бюджетных источниках. Прежде всего идет речь о том, чтобы у нас в ближайшее время так называемая часть правой по трибунам помещения ввести в эксплуатацию. А это будет у нас открытие филиала нашей центральной школы секции бокса. Поэтому 15 февраля мы, я думаю, что выйдем на эту цифру и дату и откроем дополнительную нашу секцию бокса. Какие еще планы по реконструкции? В дальнейшем планируется войти в программу энергосбережения, сделать новые стеклопакеты, установить, также запустить тепловой пункт, теплоузел, который позволит возможность обогрева данного нашего поля с возможностью заниматься круглый год на стадионе футболом нашей также школы номер 14. Также смогут играть любительские команды по договору, который у нас действует в сезон весна-осень. Также нужно посмотреть гидроизоляцию кровли, которая сделана была уже в те времена и достаточно некачественно. Поэтому есть над чем работать. Основной задачей стоит это поиск инвесторов, внебюджетных средств для того, чтобы мог функционировать данный объект в полном качестве. Это окончательная дата была? Дата окончательной нет, все идет планово, поэтому объектов в городе много. Стараемся рационально использовать небюджетные источники, тех же самых привлекаем депутатов, которые помогают также нам, в частности, Олег Константинович Комаров, который курирует данный район. Благодаря ему, конечно, сделанное многое, без него бы мы здесь не обошлись. Это он на этом этапе, на первом вот этом этапе? На первом этапе непосредственно, да, он под себя взял ремонт правого крыла. Если вы видели, на сегодняшний день там ведется большая работа. Сделана электрика полностью, отремонтирована. Это все грязные работы, шпаклевка, штукатурка, побелка, малярные работы. Поэтому а сегодня работаем. Цель какая? Я немного не пойму, если Комаров уже начал работы, ведет, а цель будет сегодня? Цель одна. Валерий Николаевич сам большое внимание уделяет развитию спорта. В данном случае у нас сейчас мы входим в программу, хотим войти в программу реконструкции стадионов. На сегодняшнем совещании на ПДС мы говорили о том, что у нас должно быть как минимум 5 стадионов в этом году войти в проект реконструкции. Поэтому у нас это в практике. Мы каждый день ездим по районам, по объектам, в том числе и спортивным, смотрим наглядно, чтобы не голословно, а уже видеть то, что действительно у нас по факту нуждается в восстановлении, в эксплуатации, запуска объектов. Это федеральная программа какая-то, да? Нет, да? Зачем? Это все связано с небюджетным источником. Понятно.